Давайте начнем с Ксении Анатольевны. Ксения Анатольевна решила, что мало ей танцевать в костюме монашки. И это меня вообще, кстати, удивляет. Вот столько оскорблений Русской Православной Церкви, сколько было от Ксении Анатольевны Собчак, еще надо поискать. То есть всячески, как могла, Ксения Анатольевна унижала чувства, там, оскорбляла. Бог не бывает поругаем, это мы с вами понимаем. Но чувства верующих вовсю. Вовсю. И тут она решила, что надо отправиться за горяченьким. Ну, посмотрите, что из этого получилось. Ксения Анатольевна отправилась в женский храм, где находится человек сложный, яркий, серьезный, с большим криминальным, да, это монастырь, с большим криминальным прошлым, и ей, значит, она решила снять фильм о том, как там избивают детей. Избивали детей, два человека, которые, когда там были маленькими, рассказывали жуткие истории, она решила туда поехать. Теперь давайте послушаем. С отцом Сергием, и задайте вот те вопросы, которые меня интересуют, либо дать мне возможность побыть в храме. Я не знаю, вы знаете, если мне знакомо, я не знакома с митрополитом Кириллом, и вопросы, судя по тем обвинениям, которые есть, вопросы будет задавать прокуратура и опека над детьми. Будут задавать еще, если не важно, пожалуйста. Уже больше людей, чем похоже. Я некоторые дали показания. Вас не трогают. Вы монахиня? Что я вас трогала? Или кто? Или вы... Хорошо, если вы монахиня, пожалуйста. Нет, еще раз говорю, это Русская Православная Церковь. Русская Православная Церковь отстранила Сергия Романова от служения. Будьте добры, пожалуйста. Не отстранила. Смотри, что делают. Забирают камеру. Тем временем оператора Собчак начинает прессовать, его загоняют в угол. Потом, как я понимаю, будет против него применена физическая сила. Ксения Анатольевна сказала, что его избивали. Иди сюда, пожалуйста. Иди, не отходи отсюда от нас. Филипп! Конкретно кабелем. И даже было такое направление. Кабелем пороть или ремнем пороть. Это сейчас рассказывают те, которые воспитывались в этом монастыре, о том, как их наказывали, когда они были маленькие. Вы через забор перелезли. Подходит слева или парень, который снимает разговор. Они пришли, чтобы посетить могилку. Могилка на территории монастыря. У нас нет коронавируса. У вас коронавирус. Да, напомню, что отец Сергий, он... Вот, и началось, видите, да, вдали. Начали отбирать камеру. Отец Сергий — человек, который бесспорно очень мощный, такая мощная фигура, он второй раз отказался прийти на церковный суд, к нему у Русской Православной Церкви множество вопросов. Он высказывается крайне жестко и про светскую власть, и про религиозную власть. И он считает, что никакого коронавируса нет, чипирование есть, но он такой жесткий-жесткий. И вот сейчас, конечно, большая проблема для Ксении Анатольевны. Вы что? Она споткнулась от вас, убегая, вырываясь. Вы хватаете человека. Чего делаете? Уходите, вам здесь не надо. Вы что? Мне реально жалко Ксению Анатольевну, потому что то, что сейчас происходит, для нее это, конечно, человеческий шок. Потому что она вдруг понимает, что это она в Москве и в Питере, Собчак. А там она никто. Вот там она просто никто. И этим людям глубоко безразлично, что о себе думает Собчак, кто у нее отец, кто у нее друзья, какие у нее связи. Этим людям не важно. Тем временем это скрутили ее оператора. В принципе, то, что мы видим, конечно, является основанием для возбуждения уголовного дела. Это не только препятствие работы журналиста, но и там, физическое воздействие, и там отобрали все. И Ксения Анатольевна вызвала полицию. И я, в принципе, считаю, что это та ситуация, когда, ну, вежливо говоря, дождемся мнения полиции. Мы не тронули. Ксения Анатольевна, ведь у нее по-прежнему проблемы с носом, там что-то у нее это закрыто. Поэтому так странно выглядит.
Только что избили Сережу. Только что. Ударили меня, разбили камеру, мы вызываем полицию. Ну, не ударили, толкнули, вот даже не толкнули, схватили. Сейчас это сделали, прям избили Филиппа. Вот этих вот. Вот этот. У нас украли камеру. Как я понимаю, при этом это все происходит на территории монастыря. Вот эта женщина, вот эта Татьяна. И в принципе не факт, что журналисты имеют право просто взять и захотеть туда пройти. Сломали руку, убрали всех. Судя по тому, что увидите, никто не договаривался. Как я понимаю, там пошли к могиле и не было ограждений, которые говорят, что нельзя заходить. Поэтому они прошли через территорию монастыря и вышли на кладбище.